Мы уже не раз рассказывали о публичных акциях кубанских байкеров, которые неизменно привлекают внимание славянцев, в первую очередь молодежи. Мотоклуб Blacksmith MC был образован почти 22 года назад в Краснодаре. И в нашем городе появилось его отделение, которое работает уже год. Байкеры с их любовью к своим мотоциклам, с их демонстрацией не только силы и красоты мощных моторов, но и дружбы, сплоченности и взаимовыручки неизменно привлекают внимание молодежи к своим акциям. Члены мотоклуба Blacksmith MC из Краснодара, Волгограда, Новороссийска, Геленджика и других мест приехали в наш город. Байкеры возложили цветы к памятникам почти в память героев, павших в Великой Отечественной войне. Это уже стало для них доброй традицией. Члены мотоклуба ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его среди молодежи. Мы дружим со спортом. Многие занимаются спортом в нашем клубе, в большом и в частности в каждых отделениях. Возраст совершенно разный. Все за здоровый образ жизни. И мотоцикл это само по себе не позволяет вести нездоровый образ жизни, так скажем. Вот, поэтому, да, мы за спорт, мы против наркотиков. На площадке у парк-отеля «Уют» состоялось мероприятие, посвященное годовщине образования славянского отделения известного мотоклуба. Конечно, невозможно представить байкеров без рок-музыки. Здесь выступили рок-группы «Железный Феникс», «Сон Алисы» из Славянска на Кубани и «Ротация» из Новороссийска. Мы в своих музыкальных темах хотим показать именно патриотическую ноту, ноту того, что именно мы любим свою родину, мы любим свою страну, в первую очередь мы любим свой народ. Народ, который живет на нашей земле, предками нашими, нам досталась такая прекрасная свобода, такое прекрасное мирное небо над головой. Да и с байкерами, соответственно, мы сотрудничаем. Ребята сами по себе весьма патриотичны. Яркая и активная музыка, зажигательные танцы в стилях брейк-данс и хип-хоп никого не оставили равнодушными. Очень понравилось. Поехать, мне очень нравится, ближе. Что в Славянске на Кубани часто проходят такие мероприятия. Дети наши в восторге. Как бы, очень понравилось. Спасибо большое организаторам этого праздника. Зрители с благодарностью аплодировали артистам за их выступление. Все получили много положительных эмоций и лучше узнали участников мотоклуба, который хорошо развивается на Кубани. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».